Всем привет, с вами Алеста, мы продолжаем нас снова с новыми трастоями. У нас выпуск номер 7. Итак, нас сегодня у нас, покажу вам станции 1952 года. Итак, короче, в вчерашнем стриме мы с вами построили 3 станции. На вчерашнем стриме. Одну станцию доделал без записи. Давайте погнали их изучать. Итак, вы раньше не видели этого вестибюля. Я построил вне стрим. Не записи. Короткий, так, вестибюль. Так. Короче, я продлил кольцевую линию до станции Белорусская, вот. Итак. Так, следующий у нас видео будет по 1953 год с вами. Итак, следующая станция, начнем наш видеообзор со станции Комсомольская. Так, 53-й год будет в понедельник. Так, видите, я сейчас снимаю на сервере. Нас теперь уже двое, видите. Те. Так, короче, мы сейчас едем на станцию Комсомольскую. Сегодня будет 4 станции. Комсомольская, Ботанический сад, Новослободская и Белорусская. Карту его уже где-то к вечеру. Итак, сегодня будет строить 1953 год. Когда отсниму ролик. И потом я сейчас скоро уеду по делам. Если ж. А, мне надо еще метропак, мне надо еще обновить. Сейчас будет у нас с вами Комсомольская, вот, через 400 метров. А у нас с вами уже справа, слева уже Красные Ворота, уже видно станция. Блин. Итак. Кажется, я переборщил. Вот. Вот вы станция Комсомольская, вот. Здесь я решил поиспытать вот такие таблички. Если. Имеется здесь переход на Кировско-Фрунзенскую линию, вот. Давайте начнем с перехода с вами. Итак, и потом вернемся через этот коридорчик. Вот так у нас, пойдем через этот переходик. Вот у нас с вами. Такой у нас переход получился. На Кировско-Фрунзенскую. Я специально такие штучки я сделал. На какую линию вы переходите? Вот я поставил такие штучки. 4 ленты, видите, сразу. Так, вот у нас с вами, входим с вами на красную, на Кировско-Фрунзенскую линию. Еще это в испытательном. Вот, вы уже видели эту станцию в первом выпуске по метрострою. Итак, вы этого коридора вы не видели.
Я сделал такой коридорчик. Здесь поставил 4. Это, я знаю, здесь всегда 4. И такой у нас с вами вестибюль получил, станция Комсомольской. Вот такой. Еще в будущем появится еще подземный переходик. Вот так у нас выглядит с вами вестибюль. А, здесь остался отдел для этих. Для лестниц. На будущее, вот. Здесь у нас с вами экскаватор на кольцевую линию. Вы видели этот экскаватор на стриме? И самый длинный коридор, который у нас... Около 300 метров у нас с вами коридор длится. Вот такой у нас... Давайте быстренько пролетим этот коридорчик. Вот такой длинный проход на кольцевую. Сейчас, а вот и поезд с вами. Итак, едем изучать следующую станцию, ботанический сад. Так. Я сейчас напишу Димасику, что он сейчас делает. Так. Я сейчас снимаю около 9 утра. Сейчас по московскому времени 9:48 я сейчас. По московскому времени, yes. Так, вот у нас появился вестибюль с вами ботанического сада. Вот так будет станция «Ботанический сад». Вот таким образом. И вот у нас так выглядит центральный зал. В будущем у нас появится пересадка на Рижский радиус, если что, вот. И вот у нас такой экскаватор получился. На 3 ленты. Вот у нас с вами такой вестибюль получился. Вот у нас такой вестибюль получился. Итак, вы можете... У нас следующее видео у нас будет последнее по сталинскую эпоху. У нас с вами сталинская эпоха заканчивается у нас с вами. Со следующего видео написать в комментариях, какое хотите здание видеть. Какой тип модели из сталинских времен. Напишите в комментариях. Так. Так. А, сейчас он будет. А, я не знал, он четырехвагонный.
Итак, следующая станция у нас Новослободская. И у нас это с вами, мы сейчас едем на последнюю станцию, это станция на Свободской, вот, через 900 чем-то метров. Мы уже подъезжаем с вами к станции на Новослободской с вами. Все, мы уже въехали в границы. Надо немножко сократить границы. Вот так будет станция Новослободская. Вот таким образом. Так, давайте изучим центр. Вот такой у нас центральный зал получился. У нас. Давайте с вами в вестибюль полетим. Вот такой у нас с вами начало круг. И дальше вот такой у нас с вами вестибюль получился. Вот так. Такой у нас с вами. Так, через сколько? А, через 37 секунд. И еще я прикол вам оставил, вы любите посмеяться. Вот. Вот, для веселья пассажиров, для циркачей, вот, наши циркачи в обезьяннике сидят. Если хотите повеселиться, вот милиция, будка милиции сделал. И обезьянник. Я специально для Подлякова. Если кто хочет посмеяться. Итак, едем на последнюю нашу сегодняшнюю станцию. Это станция Белорусская. Блин, через сколько у нас следующий поезд? О, отлично, через 30 чем-то секунд. Итак, у нас посмотрим, сколько у нас по времени идет ролик. О, 14 минут. Прекрасно. Так, сядем в последний вагон.
Итак. Вот такой у нас с вами видосик получится у нас. Так, у нас с вами до Белоруска осталось метром что-то 700. И нам осталось сделать письмо. Вот у нас уже все, которые на 53-й год уже подготовлены. Так. Вот все заранее. Кроме Киевской, если что. Вот так у нас получится. Вот так будет станция Белорусская. Вот так и выглядит с вами. У нас был открыт только один вестибюль. Вот так у нас и эскаватор у нас с вами на выход. Так. Вот так у нас получилось с вами вестибюль. Так. И давайте покажу вам сам переходик. Хочу сказать, этот скоростной галерее сделан по 10 участкам. На 10 участке. Горьковская Замоскворецкая линия. Я покажу вам. Вот такой у нас переход получился. Довольно длинный у нас. Вот такой у нас переход получился на Горьковскую Замоскворецкую. Вот у нас. Надо еще расставить стрелочки с вами. Как лучше переход зайти. Итак. Я вам показал. С вами станции 1952 года. Если вам понравились эти станции, следующее видео у нас будет последний про сталинскую эпоху. Так. На этом все. Я заканчиваю свой ролик по 1952 год. С вами был Олес. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Короче, всем удачи. И всем пока.